Давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 50 доната. И это у нас... Во-во-во, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты получаешь свой приз. Давайте переведем ему 50 доната. Выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно. Вуаля, дружище, участвуй в конкурсе еще. Ну а если ты проиграл, не расстраивайся, потому что именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 50 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже завтра. Ну а кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Уже проверено. Участвуй. Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Давайте быстренько соберем 800 лайков, чтобы вышла новая серия. Вам не сложно, мне приятно. Дорогие мои, советую досмотреть этот ролик до конца, потому что он реально несет полезную информацию, и классный контент ожидает в нем вас. Меня не было опять очень долго на канале, и это на самом деле не есть хорошо. Но я очень рад, что вы вошли в мое положение, и я благодарен каждому из вас, кто понимает меня, что личная жизнь семейная тоже важна. Спасибо вам большое, ребят. Этот ролик будет реально жестким. Опять про снятие админа, вам нужно его будет досмотреть до конца, потому что много рассмотрим нюансов, которые совершают админы, да, и за это, само собой, плачевный исход ведет. Ну, что поделать, как говорится, я за справедливость, если я увидел, если я заметил, то, само собой, я сразу в деле. Разбираться, чикаться я не буду. Напрямую. Сейчас все сделаем. Как бы, я думаю, вам очень будет интересно. Перед началом данного ролика хочу вас попросить. Нам нужны люди умные, адекватные на пост администраторов. Если ты считаешь себя умным, адекватным человеком и тебе 14 плюс лет, то именно тебя мы ждем, дорогой мой друг. Ссылочку, чтобы оставить заявление на пост агента поддержки, я оставлю в комментариях. И вы спокойненько сможете подать заявление и пройти путь от агента поддержки до администратора Black сервера. Нам реально нужен адекватный состав. И если вы такой и считаете себя, что именно вы сможете помогать серверу с читерами и нарушителями, чтобы их становилось меньше, то мы вас ждем. Спасибо за внимание. Пришло время обсудить наш ролик, пока вы его не посмотрели, доказательства и так далее. Некий администратор Саха решил, что он всемогущий администратор, которому позволено все. Проявлять неадекватство – это у него приоритет. Ну, конечно же, Виталий Старк взялся за это дело. А что делал Саха? Во-первых, неадекватное поведение по отношению к игроку – это первое. Второе. Данный администратор вступил в транспортную компанию, чтобы просить премии у игроков. А он должен понимать, что это запрещено, и администратор не может никакую выгоду получать от игроков в виде призов, денег и так далее. Это тоже нарушение. Далее, администратор сумел оскорбить игрока грубым выражением, хотя он не имеет права этого делать, и даже если это его друг, но оказалось, что это не так. Далее, он еще нарушил, он подкидывал игрока, якобы он всемогущий, и его должны игроки бояться. Опять же, администратор наступил на грабли. Я просто был в шоке. Еще был намек на блат. Он сказал, что я буду вам помогать, если вы мне будете выдавать премии. То есть чинить машины, выдавать жизни и так далее. Ну, наверное, жалобы помогать разбирать и так далее и тому подобное. А блат тоже запрещен. В принципе, вы теперь знаете, за что сейчас администратор будет от меня получать люлей. Перейдем к ролику. Приятного просмотра. А, да, самое главное. Я 2 дня плохо спал, потому что было много дел. И я могу там сказать что-то не так, запинаться и так далее. Но, ребят, вы у меня понимающие и знаете, как я работаю 24/7. Поэтому я думаю, ничего страшного. Ну, здравствуй, здравствуй. Слышишь меня, да?
замечательно. Админы, выйдите отсюда. Ну смотри, давай начнем с того, было ли у тебя когда-либо администрация, если вы будете прикалываться вот это, свои сидения и так далее, и тому подобное. Не надо раздражать специально. Саха, давай начнем с того, было ли у тебя, ну давай просто с основного, неадекватное поведение было? Жду ответа, вот буквально недавно. Я просто тебя не мог никак подцепить. В игре, где конкретно? В игре, в городе. От тебя неадекватное поведение было? Без разницы, с другом, не с другом, было это? Если бы это был друг твой, если был бы твой друг, он бы тебя не сливал. Это во-первых. Далее. Как ты общаешься с игроками? Я не буду. На вы? А никак вы ли случайно в транспортной компании не оскорбляете еще плюс друзей? Если это твой друг? Случайно, не подобающе это вообще администратору такое разговаривать, говорить, выговаривать. Вы что, совсем что ли, Саха? Причем там грубое оскорбление было. Очень грубое. Было такое? В транспортной компании, напоминаю. Далее, премию просил. А тебе запрещено что-либо получать от игроков? Мне без разницы, в шутку ты или не в шутку. Что ты там говорил? Буду вам помогать? Было такое? По поводу помощи. Сам знаю. Я-то знаю. А ты, я смотрю, не знаешь. Ты какой у нас уровень администратора? А, ты до сих пор младший модератор. Замечательно. Саха, неадекватное поведение. Намек на блат. Просьба премии выдачи. Оскорбление игроков. Ты что, обнаглел, что ли, Саха? Тебе вообще по барабану, что ты на посту админа стоишь? Реально по барабану или что? Я не понимаю таких. Ты встаешь на пост админа, чтобы заниматься фигней такой или что? Смысл ты тогда на админку встаешь? Я всегда говорил вам, вы даже с друзьями можете общаться так, но знать, что они вас кинут, если ты говоришь, что это друг. Если ты так говоришь, что это друг. Не так ли? Так, я всегда вам нормальные слова говорю, а вам по барабану, вы страдаете фигней, даже если это было время после 23:00, без разницы, но ты не, просто неподобающе себя ведешь, прям реально неподобающе. ГАТП ко мне, сейчас главного админа, подожди, я просто, не понимаю. Приколы я вообще не понимаю. Сними с него, Дима, админ права, пожалуйста. Ты просто, Саха, я тебя предупреждал. В первые же дни вы... Да, с админки просто его админ права, а я ему еще выдам наказание. Как его дружок еще один получил. Ты, Саха, в первый же день вы начали страдать фигней. В первый же день я вас нормально предупреждал. Саха, вот смотри, знаешь, я не хочу сливать админов, я не хочу банить. Нам реально в приоритете админ состав большой держать. Реально в приоритете. И в первый день, когда вы косяки начали делать, вы получали люлей, но я всегда вам говорил правильные вещи, как и что нужно делать. Ты этого ничего не выполнял, правильно, Саха? Вот, все равно. Вот как ты идешь на админку, если тебе все равно? Вот это нормальное поведение? Короче, бан 146, 30, снят. Кватное поведение. До свидания, забанен. Все, на 30 дней улетел. Фрэнк, а ты тоже, ты уже под наблюдением тоже. Вот, Фрэнк, ты тоже с первых дней фигней страдаешь, честное слово. Мне думаешь, по приколу вот это, что админы слетают? Это вообще не прикола. Это приколов нету у нас. Да ты,
Ты справляешься. Но вы все приколисты. У нас по приколу всегда все. Реально по приколу. Все просто по приколу. Когда админы особенно только встают на пост админ поста и начинают фигней страдать в первый же день. Все по приколу. Ну молодец, Фрэнк, молодец. Старайся. У меня просто слов нет. Ну, у меня. Я вообще молчу.